надзорном производстве Верховного суда. Вот. Мне просто-напросто его не давали и придумывали разные способы, чтобы меня там залететь, подержать и так далее. На самом деле суд – это то место, где все начинается и все заканчивается. Это все не обсуждают. Там вот у меня в одном из публикованных дел, который был случай 28 марта, появился интересный документ, и не обнародованный до этого, называется «Правила поведения судей». Вот. В сравнении с предыдущей редакцией правил, которые опубликованы, датированные июлем 2015 года, там добавилось несколько новых пунктов, чего нам нельзя графику делать. Вот. Есть очень интересный пункт. Я мне напомнил детство, мою строгую маму, которая, когда выражала недовольство моим поведением, говорила, ну, я спорил, говорил, что нет, я все правильно делаю. Она говорила, сын, не привлекайся, все это очень привлекает. Я еще так не согласен, не устраивай свое мнение, другое, ну, не спорь, не на словами, не дискутировать, да? Не выражать несогласие. Вот. И вот в этих правилах появился пункт, который у него был раньше так, да. Что граждане, родители судов, участники процесса не брали далеко с судьей, ни с другими участниками, ни с судебными приставами, сотрудниками аппарата суда. Вы знаете, что нельзя спорить. А суд это что такое? Это место, где есть ничего. Ничего нельзя. Да, ничего нельзя. То есть правила такие, что по их правилам, в общем, закон соблюдается нельзя. Нельзя отстаивать свои права. Это, вот это сейчас новость. Серьезно. На полном серьезе я все расскажу. Кроме шуток. Ну, то есть это не значит, что это как многие законы и правила, они сделаны для того, чтобы применить их избирательно, да. Вот. В отношении того, кто там не согласен с чем-либо. Но это очень интересная тема. В ближайшее время опубликуем. Давай, еще не будем, да? Но это такой, как бы, вроде как полупровинциальный суд, да, Всеволожский городской суд. Вот, но близость к городу практически минимальная. Да, вот. Да, правильно. Нет, дело я приходил получать и дело. Это еще работа, это дело большое такое. Просто это целая серия судебных процессов, которые я не очень много имею времени писать, на это. Но там просто очень серьезная тема, как судьи петербургского суда вынуждены травиться постоянно. Они постоянно травят. Сами, свой персонал травят. Ядовитым веществом. В прямом смысле. Опять же, кроме шуток. Они травятся и ничего не могут с этим сделать. А самое страшное, они не хотят, оказывается, сделать. Я готов травиться. То есть примерно так же, как, ну, не знаю, там, при сопротивлении идти в тарелку, да? Они каждый день приходят и дышат с аммиаком, а там очень много молодых женщин работает. Аммиак воздействует на слизистую женскую и детородных органов приводит к кислоте. Причем больше слизистую. Потому что это кислота. Немножко. Вредно. И те, кто начинает, ну, а на всех, на мужчин и женщин воздействует одинаково. Что у нас есть горло-нос. Это постоянно кашель, сопли, тащил глаз, ну и все такое. Неприятные. Они знают об этом. Все знают. Все молчат. Никто ничего не хочет делать. Нашелся один человек, который вот судится. Мы уже третий год бьемся по судам. Ну а поскольку сам Санкт-Петербургский городской суд ответчик по этим делам, судиться в Петербурге нельзя. Ну, по формальному основанию. Законно нельзя. Поэтому наше дело каждый раз передают через Верховный суд куда-нибудь в суд субъекта. Ну, в основном Ленобласть. До этого мы судили в Выборге, там проиграли, а потом судья умер. Что интересно, а что души своей совещательной комнате, тот судья, который как раз нас это... Не, Выборг. Да. Судья Гена был такой, прозвище был судья Гена. Он в 90-х бандитов по уголовке судил, а потом ушел на гражданство.
Пушкинский бывает, я смотрел. И странный субъект, который нам говорил, что вы тут права. Сиди там, отстаиваете там. Пускай они там дышат. Мы тут этим, как нам говорили, плесень не видели. Старое здание, пока еще перевезли в новое. Убираем. В центре. А, возле ратуши. Ну, возле ратуши. Вот. Ну, а потом вот при таких странных обстоятельствах туда. Было как-то даже неловко, вроде смешно, да? Да вроде приятно, на смерть человека тоже играет. Потом нам передали, спросили, где рассматривать. Мы не хотели зимой ездить куда-то далеко, потому что ну, на машине стрёмно куда-то мотаться. И выбрали серию. Ну и совпало, что у меня во всем в это время как раз шла серия судов по выборам в Ленобласти, по Морозовке. Которые закончились очень интересной победой в Верховном суде там по шести делам и большими хорошими последствиями для ряда областных судей. Вот. И я не знаю, все, что происходит в последнее там время, это просто такая ну, сочетание месть плюс попытка воспрепятствовать дальнейшей работе. Но плюс я говорю, вот я ладно, там свои какие-то темы я еще как-то отсекаю, а вот эти системные вещи, как говорю, вот эти правила там новые, готовность просто так открыто судей писать доносы, при том, что факта не было одного. Имущество, вот здесь еще полицейские задерживают, например, да, у вас есть телефон, вы можете еще там успеть позвонить кому-то, да, там пока не привезли. Меня задерживали, меня сразу все забирали, вообще не позвонить, ни телефон не дает позвонить, не кормит, не поет, да, никакой связи, поэтому и это все так отрабатывается, я думаю, что скоро полицейские будут тоже.